Каждый современный человек хоть раз пользовался услугами почтовой связи. Отправлял письмо, платил за мобильный телефон или кредит. С каждым годом потребности клиентов Белпочты растут. Чтобы идти в ногу со временем, сотрудники Белпочты внедряют новые технологии и способы сделать предоставляемые услуги удобными и востребованными. Почта развивается, она не стоит на месте. Но даже с учетом того, что растут наши объемы, мы проводим модернизацию наших не только технологических процессов, а и автомобильного транспорта. Мы приобретаем более скоростной транспорт, более эффективный транспорт, экономичный транспорт. В то же время растут объемы, соответственно, проводим модернизацию рабочих мест на сортировочных участках. В главном брестском филиале Белпочты сегодня наблюдается рост как внутри республиканской ускоренной почты, так и международной. Увеличились объемы входящих и исходящих посылок. Происходит постоянная модернизация услуг. Активное развитие получила такая сеть. Сервисная услуга, как линейки комфорта. Как только посылка доставлена адресату, отправитель тут же получает отчет в виде СМС. Все более популярной становится отправка простой письменной корреспонденции «Первый класс». Ее главный приоритет – доставить письмо в максимально короткий срок. Актуальными являются и перевозки крупногабаритных грузов. Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться сегодня системой оплаты «Электронная марка». Достаточно зарегистрироваться на сайте «Белпочта», предварительно сделать оплату, и любой клиент, неважно, юридическое лицо, физическое лицо, имеет возможность сегодня распечатать конверт, на котором будет нанесен оттиск электронной марки. Также можно распечатать данную электронную марку на любом простом листе А4. Ежедневно к нам в участок поступает отправление внутренней ускоренной почты, международной посылок, до 600 отправлений, из которых 200 в день мы доставляем курьерами, доставляют водители по совмещению курьеры. У нас организовано 5 маршрутов городских, и по городу централизованно мы доставляем отправления внутренней ускоренной почты и международной. Сама жизнь диктует, как должна выглядеть современная почта. Основные требования просты – качество, оперативность и доступность. Белпочта отвечает этим запросам, а ее сотрудники намерены и дальше учитывать интересы своих клиентов.